Погнали, фастом пролетим совершеннолетие мое. Отпразднуем. Эй, Мелмен, ты видел Алекса? Он неважно выглядит. Ай, такой ужас. Я знал, что в итоге один из нас подхватит местную инфекцию и отправится в мир иной. Наши тела просто не созданы для того, чтобы выжить здесь. Понимаешь, Глория, наши тела не созданы для этого. Мелмен, успокойся, приятель. Не думаю, что Алекс приятель. Заболел. Френд-зона. Наверное, он просто очень голоден. Ты заметил, что он ничего не ел на банкете? Да, я заметил, но все это только потому, что мы не видели дерево с бифштексами. Как только такое дерево найдется, с кустом забитак, который справа от него находится. Все это чудесно, только дерево с бифштексами не существует. Нет! Я опять начинаю беспокоиться. А откуда тогда берут бифштексы? Я не понял эту тему. Что? Сосудистой дистонии. Короче говоря, к нервному срыву. Мелмен, ничего с тобой не случится. От вегетососудистой дистонии никто не умирал еще. По крайней мере, я не умер, так что все в порядке. Сейчас совершеннолетие с Мортом пойдем праздновать. Мелмен, какое счастье, что ты здесь. Эй. А в джунглях растет дерево с бифштексами? Два. Извини, друг, никогда о таком не слышал. Но если бы у нас были бифштексы, то они точно росли бы на том огромном баобабе. К несчастью, он кишит червями. Ты не можешь помочь нам спасти дерево от червей? Тогда бы мы поискали эту штуку под названием бифштекс. Хорошо, что я не настолько высокий, чтобы увидеть этих... Ай, черви! Какая почему эмоция, мне не парень? Сказал, что они такие страшные? А, черт! А, я пытался, Мэл. А, ты можешь. А такое ощущение, как будто они его разбудили, дочек. Говорит, сделай эмоцию, как будто ты боишься червя. Наши летучие мыши. Страшно очень сильно. Серьезно. Чтобы бросать червей. Но я слышал, что черви ядовиты. У меня нет иммунитета к яду червей. У меня тоже нет. Тогда пойдем рисковать. Мы же с тобой экстремалы. Пойдем, пойдем спасать дерево. Может, не надо его уже спасать? Дерево обречено. Ебой, уим! Блин, вот будет очень весело, когда я буду на самом верху и смогу перепрыгнуть с баобаба. Это будет прикольно! Так, а ветер? А как витро? Почему меня витро не подкинул наверх? Поганая игра, если честно, погана. Почему червяки здороваются, как Ян Тоблис? Эй, йоу, йоу, йоп, 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 йоп. Да, спасибо, я понял. Неверного с прогиба сейчас брошу, смотри. Иди сюда, неверный. Да тебе так не было больно, что ты врешь? Ты спас дерево, теперь путь к вершине свободен. Шо, пацаны, за бифштексами? Ведь в гору. Угу. Там растут бифштексы. Хорошие новости, Мелмен. Мы нашли главное поселение червей. Главное поселение. И это хорошие новости? Да, хорошо, что мы его нашли. Но плохо то, что они бладятся со страшной силой. Нужно остановить их как можно быстрее. Остановить любовь червей? Похоже, как это сделать? Похоже, там внизу целая армия этих мерзких существ. И чё, головой нет, разбить, да? Тут ты должен взяться за дело. На этот раз на головы этих червяков и их гнезда ты сбросишь вместо кокосов Дуарианы. Мы рассчитываем на тебя, Мелмен, вперед! Оп! Недолет! Понятно. Охренеть, и взрываться как бомба. Мелмона должно уже было разорвать первым снарядом. Так куда ты кидаешь-то, Мелмон? Опа. Да ты приколист, Мелмон. Монеты. Отличный бросок, долговязый. Теперь найди следующую порцию дурианов и уничтожь очередное поселение. Найди. Бля, я случайно. Я дыхатил, пацаны, аниме. Я вернулся. Ладно, хорошо. Хреновый из меня артиллерист, если честно. Ну, я никогда и не метил в артиллерийский корпус. Я туда не попадаю просто. Наверное, нужно было сказать всем, что я боюсь высоты. А чё, тебя от этого избавили бы сразу, парень? Всем похрен. Я боюсь высоты. Да плевать, иди червей убивай, парень. Нам...
Это скип был. Я так обрадовался, я думал first attempt сейчас будет. Я уже палец кверху задрал. А, тут же, по-моему, голову вверх-вниз можно двигать, да? Вот это прямая наводочка была. Теперь спустись и прикончи оставшихся, пока они не сбежали. То есть, когда я вот в прошлый раз так упал, то это не важно было, я помер. А вот сейчас это нормас. Счет еще одного маленького задания. Эй, сейчас моя очередь. А что нужно делать? Помните сумасшедшего крота с банкета? Он со своими друзьями поселился в нашем саду под землей. Они все разрушают. Да ёп. Ай, блин, кроты, сука, кроты. Теперь дорога. Сад с острым перцем. Бам. Я из кожи вон лезу, чтобы сад приносил отличный урожай. А этим кротам на все наплевать. Ты сможешь мне помочь? Я в игре. Что нужно делать? Отлично! Эти ребята различаются по цвету. Черные почти безобидные. Серые – настоящие звери. Ну а коричневые – нечто среднее. Покажи. Поэтому два стоят. Среднее. Серьезно. И получишь по одному очку за каждого из черных, по два за коричневых и по три за серых чудовищ. Если так там ж ноль было написано на первом. Ты что, дурак? Ни в одного не попал. Ура, нажмите любую клавишу. Так я жму! Плохо, но ты ведь можешь лучше, правда? Продолжить срать. Ты давно видел Алекса? Нет, Алекса? Недавно. Вот только минут назад. Он внизу. А ты видел, в каком он состоянии? Я очень за него беспокоюсь. Что, под грибами? Вы так аппетитно выглядите сегодня. Хе-хе. Приходите ко мне на обед. Нет, не надо. Не нравится мне это. Нужно найти Марти. Мельман, чтобы встретиться с остальными, нам нужно пройти через долину к той пещере. К этому парню, да? Ага. Март. Хранитель кажется, пещеры. Возник тебе... Нездоровый интерес. Думаешь? Что ж, ты можешь помочь. Если перенесешь меня с одной платформы на другую, мы избежим встречу с твоим сумасшедшим другом. Это выполнимо. Наверное. Сейчас просто попробуем. Оставайся в воздухе и не падай вниз. Даже и не думай, что тогда может случиться. Да уж. Я подумаю. Тебя тупо сожрут, Морд. Я долетел, я такой крутой вертолетный мужчина. Да поздно, Алекс, ты слишком медленный. Это была задумка, это задумка такая, не переживай. Получилось. Изи. Фу, если бы мы коснулись земли, я бы уже не дышал. Да, я волнуюсь, как там Марти с Глорией внизу. А, не тут уже. Сейчас уже меньше волнуюсь. У меня все еще есть осадочек. Кажется, твой друг Алекс понял, что он все-таки хищник. О чем ты говоришь? Ужас. Ну, Алекс лев, а львы едят других животных, из которых получаются бифштексы. Так нет, не дерево? Понимаю. Чё? Ой. А это тебе поможет, Мелман? Алекс только что укусил меня за зад. Когда он видишь? Успел? Да, вот это укус. Бежим, если не хотим превратиться в бифштексы. Особенно вот этот бегун знаменитый убежит. Я думаю, его сожрут. Уже в следующей миссии. Unlock badge. You're a wizard, Harry. Как вы сквозь чайку пробежали, пацаны? Почему крабу досталось? А, Вилбур, братишка. Итак, ребята, мы должны убраться с этого острова, пока не сошли все с ума. Нам нужно восстановить спасательный радиомаяк Алекса, чтобы выбраться отсюда. Кто-то говорил о спасательном радиомаяке. Я смогу им заняться. А ты безвестный инженер, правда? Да? Вилбур, я бы тебя поцеловала, если бы уже не умылась с утра. У меня есть хорошие и плохие новости. Шутница. Начнем с плохих новостей. Не поцелуешь, не создам. Ваш спасательный радиомаяк перегорел.
Мы знаем. Перегорел. Нам никогда не выбраться с этого острова каннибалов. Умолкни, Мелман. Какие же хорошие новости? По пляжу разбросаны детали для нового радиомаяка. Если сможете их собрать, я знаю лемуров, которые могут их соединить. То есть так, есть все-таки лемуры, инженеры, да? Поцелуя, Глория. Как насчет того, чтобы сначала сделать радиомаяк? Нет. Обманешь же, скотина. Обманет. Малышка, у меня небольшие проблемы с этими крабами. А что у тебя с диалектом они случилось? Они лично меня щиплют, а я уже не так ловко уворачиваюсь от их клешней, как раньше. Может, ты преподашь им урок? Если поможешь мне найти детали от радиомаяка, я буду детали. Самый лучший. Детали. Найти детали. Если успеешь научить достаточно крабов, за это время я дам тебе деталь от радиомаяка. Научить крабов. Сейчас начнется учеба. Подольше. 5 крабов, ебой. Отличная работа. А теперь давай поговорим о нас. Давай. Спасибо. Мне тогда голову надеть, да? Как встала, а? Как будто там и было. Вообще, как летая. Короче, я на этом закончу сейчас первую серию. Короче, закончу на этом серию. Если понравилось это видео, то поставь этому видео лайк, подпишись на мой канал, поделись этим видео со своими друзьями. Спасибо тебе за просмотр, подписывайся на Инстаграм, на Твиттер, на все прикольные вещи, ставь на бубенцы, чтобы видосы приходили тебе все время. Спасибо за просмотр, удачи и